Сегодня в ночь мы добавляем еще 2 погрузчика. Итого у нас на линии там 10 погрузчиков. Поэтому надо понимать, что сами по себе тракторные щетки ситуации не спасают. Это не панацея, при том снеге, который сейчас, тем более протаявший, севший. Им просто не размести это все. Тут работа для погрузчиков.